с алтайской земли и за рубеж. В этом цехе барнаульского химзавода создают пластыри для ремонта автомобильных покрышек и камер. Собирают весь комплект шиномонтажной аптечки. Эти и другие товары продают теперь не только в России. Выхода на экспорт предприятие добивалось 5 лет. Ну, это опять же ближнее зарубежье, Казахстан, Беларусь. Вот. Но в прошлом году за счет того, что мы посетили с бизнес-миссиями наших соседей, тоже это Азербайджан, Армения, надеемся, что там тоже удастся нам зайти и закрепиться. Бизнес-миссии и другие мероприятия проводили совместно с Центром поддержки экспорта региональной организации помощи малому и среднему предпринимательству. Это те же выездные мероприятия, бизнес-миссии, выставки. Естественно, они пользуются индивидуальными услугами, поиск партнера, сопровождение экспортного контракта. Достаточно успешно работает на экспорт, является призерами экспортера года в Алтайском крае. Вся продукция завода от пластырей до автомобильного шампуня – расходный, то есть конечный материал. После ремонта потребуется приобрести новый комплект. Спрос на такой товар всегда есть, но есть и конкуренция на рынке. Выход на новые территории дал производству новый приток покупателей. Качество обязательно, это должно быть неизменным. Ты можешь договориться, убедить, уговорить, но после негативного использования договоренности, обещания, они просто будут... выброшено в мусор. Все производится по времени, по технологическим картам. Там конкретно расписано, сколько чего вкладывается в реактор, это вот эта вот бочка, сколько крутится, при какой температуре. Качество – залог успеха. Вывоз готовой к эксплуатации продукции по сравнению с вывозом сырья выгоднее для экономики не только края, но и страны на мировых позициях. Экспортировать стало проще. Пока готовый товар производится на родной земле, его не нужно покупать у соседей, а значит и подъем экономики больше не кажется таким уж сказочным. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.